Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В данном случае автор вопроса пытается понять, почему ей пишут парни и почему ей интересуются мужчины, которыми она пользуется, которых она использует. Она говорит, что на форумах пишут, что после определенных действий мужчины как бы интереса никакого к девочке не проявляют. А она, соответственно, совершает именно такие действия, но мужчины как бы к ней все равно проявляют интерес. Я думаю, что здесь ключевой вопрос не в том, чтобы понять других мужчин, потому что все люди разные, и в данном случае конкретном, например, все люди разные, по-разному реагируют на те или иные ситуации, вот, и вполне вероятно, что вам нравится мужчина, так скажем, особого типа, которые, не отпадают после тех действий, которые совершаете вы. Вот. То есть, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. И, соответственно, это нужно понимать, да? Нужно понимать, что не все мужчины одинаковые, нужно понимать, что все люди разные, и, в общем-то, никакой, закономерности в их поведении искать не нужно. Потому что это достаточно спонтанная история, да, это достаточно такая вот история про, про импульс в какой-то степени. Вот. Естественно, есть типажи, естественно, есть типажи людей, естественно, вы привлекаете определенных мужчин. Вот. Но мне кажется, что один из ключевых моментов, на который вам нужно обратить свое внимание, это аспект, связанный с тем, по какой причине вы теряетесь. То есть вы теряетесь, потому что у вас появляется надежда на что-то, например. Вы теряетесь еще по каким-то причинам, да, то есть, казалось бы, если вы хотите чего-то определенного, да, если вы хотите чего-то именно вот определенного, конкретного, то, по идее, вы теряться не должны, потому что, мало ли, что там хочет мужчина, да, мало ли что, какие желания у него, да, мало ли, что человек рассматривает там, одинаковые с вами события, по-другому их интерпретируя. Ага, на мой взгляд, важнее то, чего хотите вы. Но если так получается, что вы теряетесь, значит, вы наблюдаете у себя, скорее всего, некоторые противоречащие, возможно, друг другу мотивы. И вот с этими мотивами вам нужно разобраться, да? То, что вы описываете, как мне кажется, косвенно связано с тем, что вы не готовы к отношениям. Вполне возможно, что у вас были некоторые травмирующие моменты, в предыдущих ваших отношениях. Вот. Вполне возможно, что чего-то вы опасаетесь. Вполне возможно, что была
какая-то травмирующая ситуация в, ну, вот в вашей жизни. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, вам именно на это нужно обратить свое самое пристальное внимание. Да? Вот. Не на мужчину, а на себя. Не на людей, как вы пытаетесь это сделать сейчас. Вот. Ну, и понять этих самых людей, мужчин, да, в данном случае. Вот. А именно обратить внимание на себя, обратить внимание на то, чего вы хотите. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого двигаться. Вот. Если вы пытаетесь как-то, ну, не знаю, например, проверить мужчину, да, если вы пытаетесь как-то вот доказать себе что-то, выстраивая отношения таким образом, то это скорее деструктивная модель поведения, нежели чем позитивная. Вот. Понимаете, да? Поэтому, ну, я здесь просто вижу скорее неопределенность мотива, нежели чем вот какое-то необъяснимое поведение мужчин, потому что мужчина может просто оказаться на одной волне с вами, да, и может просто устраиваться то, как вы себя ведете, и в принципе все. То есть тут далеко ходить, на мой взгляд, то и не надо. Вот. Но смущает то, что вы, как будто бы хотите отношений, да? Вот. Вы как будто бы боитесь себя в этом принять. И как будто бы вы выстраиваете не совсем то, чего хотите. Вот так я бы сказал в данном случае, да? То есть как будто бы вы вот, ну, в какой-то степени, может быть, осознавая, да, возможную боль при отношениях, или, ну, при построении отношений, ну, вот, или боясь выстраивать отношения, потому что, ну, вот, допускается, что в них может быть какая-то болезненность, это, кстати, правда. Вот, вы ведете себя вот таким образом, как вот, ну, как пишете, вот. И, соответственно, переключаете свое внимание, да, получается, себя на мужчин, вот. То есть я лучше попробую понять другого, чем себя. Вот. Ну, правда в том, что вам нужно разобраться в себе, да, и, соответственно, как бы, если вы хотите отношения без обязательств, это одно, если вы хотите серьезных отношений, это другое, вот, и, соответственно, как бы, исходя из этого, уже, ну, как бы, нужно действовать, да, нужно двигаться, вот, а так получается, в какой-то степени какое-то вот наложение как будто бы одного на другое. И это порождает противоречивость. Вот. Понимаете, да? Вот, соответственно, то, с чего я бы начал бы работу. Например, терапию, психотерапию, например, вашу, да, допустим. Или с этого начал бы разбираться в, ну, вот, в вашей ситуации. Естественно, если вы этого хотите, конечно. Вот. Вот такая вот история. Дальше, значит,
говорите, я не понимаю почему, зачем вы пытаетесь понять почему, да? Значит, зачем его предлагать, если сами не способны к таким отношениям, спрашиваете вы. Опять же, здесь вы пытаетесь понять другого, что изначально, я бы сказал, бесполезно. То есть бесполезно пытаться понять других людей. Вот. Именно вот в силу того, что чужая душа в потемке, и человек сам может не отдавать себе отчет в том, что он делает, что первое. А второе, это то, что, ну, все может меняться, да, то есть как бы, сегодня человек хочет одного, завтра человек хочет другого. Вот это, ну, как мне кажется, вполне нормально. Вполне нормально, что у людей меняется приоритет, да. Вот. А хочется вас немножко, да, вот спросить, допустим, а вы так не считаете? Ну, вы не считаете, что у людей могут меняться приоритеты, у людей могут меняться какие-то взгляды, у людей могут меняться ситуации и так далее. Кроме того, мужчина – это тот, кто достаточно остро реагирует на какой-то вызов. То есть, если мужчине показалось, что ему бросили вызов и оспорили, например, его, допустим, первенство, да, его контроль, то он может подчинить. Вот. Пытаться подчинять, точнее, может. Вот. И, соответственно, вполне вероятно, что вы находите как раз таких людей, которые вот пытаются подчинять. Вот. Ну, то есть вы находите сами таких мужчин, которые потому что хотите их использовать. А мужчины, соответственно, вами подбираются тоже, ну, в какой-то степени специфически, да, вот, тоже для которых вот идея использования, идея подчинения может иметь какое-то, ну, какое-то значение, вот. И вот судя по тому, что вы говорите, например, вот в вашем вопросе, на мой взгляд, чувствуется некоторая обида. Зачем предлагать такое, если сами на такие отношения не способны. Да? То есть как будто бы вот обида здесь, как будто бы вот какая-то такая вот замаскированная боль чувствуется. Конечно, могу ошибаться, вот, конечно, я могу быть неправ, все это могут быть просто моими догадками, вот, но я бы рекомендовал вам все, что вот в этом направлении по возможности подумать, потому что если у вас замешано здесь не только простое желание вот развлечься, да, получить удовольствие там, и так далее, а если здесь есть что-то еще, то чем быстрее вы себе в этом признаетесь, чем быстрее вы это заметите, и чем быстрее вы будете реагировать на это адекватно, ну, более адекватно, чем сейчас. Вот, тем лучше будет, как мне кажется, для вас, потому что тогда вы будете честнее с собой, во-первых, и честнее с людьми, которых встречают. Вот. Ну и, наконец, последнее, почему люди могут
такое предлагать, да, изначально, вполне возможно, что они, люди, отзеркаливают то, что вам важно. То есть, если вы подсознательно, например, хотите отношений, да, если вы, ну, как-то себя сдерживаете, вот, то человек может вам демонстрировать то, чего хотите вы. Вот, это довольно такая, я бы сказал, распространенная практика в этом смысле. Вот это называется отзеркаливание. В общем-то, ничего нового здесь я вам не сказал, скорее всего. Вот. Ну и цели у меня такой не было. Дальше. А может, я просто не фантастическая? А, да, может быть. Может быть. Вот. Но здесь у вас вот такой вот, знаете, такая вот неуверенность чувствуется. То есть вы как будто бы самоутвердиться здесь пытаетесь. Вот. Это неплохо, что вы пытаетесь самоутвердиться. Ни в коем случае неплохо. Вот. Но просто, опять же повторюсь, будет лучше, если, если вы будете просто вот несколько более честны с собой. Потому что сейчас, мне кажется, вы просто вот, ну, в какой-то степени, да, возможно, себя обманывать. Вот, чего бы, например, мне бы не хотелось. Вот. Понимаете, понимаете, да? Какая штука. Повторюсь, ключевым моментом является то, что вы теряетесь. То есть не знаете, что делать. Вот. И как бы здесь и зарыт конфликт. Неважно какой. Неважно какой. Неважно, что с чем конфликтует. Абсолютно. Важно то, что вот какой-то конфликт есть. Понимаете, да? И, соответственно, с ним вам нужно работать в первую очередь. А дальше, дальше уже будет как-то вот, ну, более понятно, что за этим скрывает. Вот. Я бы, конечно, обратил внимание на ваши отношения, которые закончились. Ну, вы говорили косвенно, что не готовы к новым отношениям. Вот, если разрыв был болезненным, то вот вполне возможно, что последствия его, этого разрыва, дают о себе знать. Вот, таким образом. Ну, вот, мотивируя у вас такое поведение, скажем так. Вот. Поэтому тут важно найти вещи, по возможности обратить внимание, вот, как можно пристально, вот, потому что вы себе не помогаете таким образом, да, скорее вот усугубляете еще больше ситуации, например. Да, то есть, ну, я имею в виду психологическое состояние свое. Вот. Такой ответ на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирование начальных постулатов для терапии. Вот. Ну, то есть то, с чего начнется процесс, то, от чего отталкиваться будем. Вот. И, соответственно, дальше уже посмотрим, куда выведет нас исследование. Вот. Ну, я бы в любом случае
воспринимал бы и относился к этому, ну, вот так, как я говорю. Да? Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Не тратьте время на других людей, пока не разобрались в себе.